И всем привет, меня зовут Александр, и вот в такую игру под названием War Thunder я решил поиграть, так сказать, посмотреть, как будет, что будет и так далее. Я давным-давно играл в эту игрушку, наверное, года два назад. Сейчас вот создал новый аккаунт и решил, почему бы и не позаписывать именно ее. Тем более, все равно пока что других идей нету. Вот. Бои здесь всегда идут короткие, лично у меня. Не в том плане, что проигрываю. А, ну да. Вот, не в том плане, что проигрываю, а в том плане, что в целом в штурме короткие бои, минут 5 плюс-минус. Вот, поэтому пока что не знаю. Может, по несколько боев будет. Ну, первый бой я сделаю чисто вот, так сказать, проверочный, как будет графика, как звук, как все это. Что-то я поленился чутка проверить, да и больше не поленился, а больше даже времени не было. Вот, и не проверил, как это все будет звучать и так далее. Так, ну а тем временем находим свою первую жертву. Я вообще забыл, как тут что играть. Пару боев тут сыграл. Вроде как что-то более или менее. Но вот как на цель наводиться, я забыл совершенно. Воу. Так, ну ладно. Одно я помню, как сбивать наземные цели, это точно. Так, ну ладно, на самолета пока что далековато, вот наземные цели вполне нужно присмотреть. Эй, не подбивайте мою наземную цель! Фу, техника уничтожена. Так, ну хоть одну наземную цель убили, значит все прекрасно. Так, еще одна. Так, ну пока подбиваю наземные цели, потому что что-то с самолетом у меня как-то не очень. Вот. Собственно, поиграла пару миссий и уже как-то первый уровень получил. Как-то так получилось. Вау! Тихо! Ах, родимая! Блин, чуть не врезался. У меня тут уже было как-то. Летел, вроде подбил, чутка не успел вырулить и в итоге вписался в то же место, где он и стоял. Ну, да ладно. Так, наземочки. Вау! Нифига себе! Так, ну что-то я наземной-то цели вообще не вижу. Или у меня со зрением фигово, а у меня фигово со зрением, но все равно я не вижу. Так, ну ладно. Будем тогда сбивать самолеты. Не хотят наземные цели попадаться. Будем сбивать самолеты. Эх, ты ж вырулил. Ну вот, опять заклинило. Да что ж такое, у меня всегда их заклинивает. Так, стоп. Вау! У меня есть такое ощущение, что по мне больше свои падят. Ау, попадание, давай. Ну давай, сбей напоследок. Так. Вот такой вот поворот. И перезарядочка. Хорошо. Фух. Да что ж такое? По мне пытаются опять попасть. Пробитие! Да пошел ты! Так, ну крыло-то у меня. Да что ж такое-то, а? Только от одного отвяжешься, второй. Давай. У-ху! Прекрасно. Не люблю, когда меня подбивают. Вообще не люблю. Загрузка долгая. Это, пожалуй, единственное, из-за чего я не люблю. Давай. Эх, подбили меня. Опять сейчас заклинит.
правое крыло. Да какое? Я тут весь как решето. Чуть своего же не подставил. Так. Хорошо, сейчас наземочку найдем. Эй, тихо. Да хорош, ты что творишь-то? Так, погоди, я вообще где? Оу, да меня, походу, еще и не подобьют. Фу. Блин, словесный понос из меня просто летит, когда какой-то экшен идет. Ну, зато меня все-таки не подбили, я вырулил. Хотя, толк от этого было ноль, и от пользы от меня было вообще ноль. Вау, первые награды я получил. 50 тысяч серебра, можно так сказать. Вот, толк от меня было ноль. Ну, я бы так сказал, три наземных техники подбил, значит, хоть что-то смог. Вот, вот от них толку было ноль. Только помирали. Хотя у них такие же не лучше. Вот, хотя один получше. Вот, ну что... я, пожалуй, на этом буду заканчивать, на этой прекрасной победной ноте буду заканчивать. Посмотрим, что из этого выйдет. И спасибо за просмотр. Всем пока.